Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха Tower Princess, что в переводе «принцессы башен» или «башни принцесс», неважно. Короче, принцесс будет многого, что я тебе хочу сказать. Игруха в раннем доступе, она еще не вышла, но скоро должна появиться, в скором времени. Ладно, погнали смотреть. Давным-давно, в далекой-далекой стране, наш рыцарь, который идет спасать принчащ. А вот и принцесса, которая ждет своего рыцаря. Что-то она какая-то стрёмная. Зловещий дракон похитил всех принцесс из каждого существующего королевства. О боже мой, принцесса Кобальт. Мы вот таких принцесс будем спасать? Что-то я не хочу в такую игруху играть. Приготовься сражаться, если хочешь освободить принцессу. И заполучить ее сердце. Да что-то я не хочу ее сердце заполучить, она на какую-то лягуху похожа, я не хочу таких спасать. Все, короче, игра началась. Значит, фишка этой игры в том, что мы, рыцарь, читать я это все не буду, там все скучно. Мы будем шариться по вот таким вот замкам и спасать принцесс. Замки очень мудреные, это как лабиринты, куча дверей там будет, куча ловушек будет. Ну и, соответственно, вот такие всякие монстры, в том числе и драконы. Ой, больно. Рыцарей бывает несколько видов. Есть, который с мечом, вот как у нас сейчас, а есть с оружием. Ну, то есть с ружьем он будет бегать. У каждого свои способности, их можно прокачивать. Ух, чуть не улетел. Ну и, конечно же, подбираем здесь предметы всякие. Вот, получай. Надя. Мы сейчас проходим небольшое обучение. О, кстати, это моя способность. Кручусь, верчусь. Сейчас мы проходим обучение. Успею допрыгнуть? Да, успел. После чего нас отбросят в наш лагерь рыцарский, где мы будем получать задания. Задание на спасение принцесс. Принцесс будет, как я уже говорил ранее, много. Давай вниз спустимся. И каждая принцесса после ее спасения будет с нами путешествовать по замкам, что очень круто, то есть мы не одни будем. И принцессы тоже кое-что умеют делать. А именно, у них будут свои способности, и этими способностями они нам будут облегчать жизни, чтобы мы тут нафиг не сдохли. Прошли. А вот и мой босс в этом замке. Бежим! Надо использовать умение. О, поворачиваемся. Ну, это мини-босс, там есть куда зловещие и страшные монстрюганы. Давай мы сделаем ему вот такую штуку. Ой, такая штука не получилась. Давай тогда вертухай. Оп-оп-оп-оп. Все, сдох. Нет, не сдох. Но я ему... Ой, он теперь вертушку замутил. Но я ему броню снес. Смотри, видишь, у него там душа вон торчит. Прям совсем. Не чувствовать, как у тебя тело от ног отрывается. Все, он сдох. Бежим быстрее сюда. Разработчик мне давненько уже скидывал эту игруху, но все руки никак не дотягивались. Было других проектов дофига, в которые мы с тобой играли. Но сейчас они закончились. Например, во что мы с тобой играли? Я уже забыл, во что мы играли. Так, туалет, смотри, стоит. Усыпан в золоте. Кто-то тут золотом срал, походу. Так, во что мы с тобой играли в последнюю игру, которую я прошел? А, фастфуд манагер, точно, точно. Вот, мы прошли эту игруху. У нас еще остался The Planet Crafter. Ну и, соответственно, что это мы? Легендарный медный палец. Пассивное умение увеличивает основной урон. Ой, зелье выпил, ну ладно. Основной урон, но не складывается. Вбейте лайки в лица врагов. Ну хорошо, мы попытаемся это сделать. У нас есть карта. Смотри, на данный момент замок выглядит вот такой, вот так вот, как шпиль здоровенный. И мы взбираемся наверх. Но, когда мы пройдем обучение, замки будут просто как лабиринты. Куча дверей, мы в каждый будем заходить. А вот, кстати, и принцесса. Сейчас мы ее спасем. Привет! Прими искреннюю благодарность за мое освобождение, бравый рыцарь. Я так рада, что ты спас меня. А я что-то как-то не очень. Что-то на дракона похоже. Я принцесса Кобальт. Совершенно точно необычный кобальт в парике. Самая настоящая принцесса. Ты же можешь распознать принцессу с первого взгляда? Ну, как бы... Я думал, она будет на человека похожа, принцесса. И, конечно же, за спасение принцессы вы получите жетон, который можно обменять на постоянное улучшение у кузнеца. Поскольку вы первый, кто зашел так далеко, позвольте мне объяснить, как работает настоящая магия принцессы. Если бы мы сейчас были в игре, то ты бы зафиксировался на этом деревянном болване и нажал бы кнопку «Сила принцессы». Вот, кстати, про силу принцессы я тебе и говорил. Она умеет, вот эта принцесса Кобальт, кидать гранаты. Принцесса, которая с гранатами. Это мощно. Видал? Иди вперед, мой герой. Я не могу дождаться того, чтобы покинуть этот замок и выйти за тебя. Ты уверен, что я выйду за тебя? Тем более ты в парике.
Все, я бегу. Я бравый рыцарь. Я всех раскидаю. Ловите! И вертушечка. Ай, меня кто-то ударил. Сейчас. Давай-ка мы в тебя гранату кинем. Бабух. Граната оглушает и чуть-чуть урон наносит. Все. Замок мы прошли. Ты сделал это, ты настоящий рыцарь. Ну еще бы. И вот мы теперь с принцессой поднимаемся. Это первая принцесса. Вторая, сейчас мы будем ее искать. И посмотрим, какая же она. Сразу скажу, что тут принцесса нестандартная, которую мы привыкли видеть в диснеевских мультиках. И не только в диснеевских. Тут своеобразные такие принцесски. О, какой здоровенный дом. Дом. Замок. Несколько лет спустя. И еще несколько потерпевших неудач войн. Next. Короче. Мы нарожались детишек, кстати, с этой принцессой Кобальт. О! Мне сразу дали другого рыцаря. У него ружье. Обалденно. И вот, значит, здесь посидушки наши. Еще здесь мне прикалывает, как пукан подгорает. И мы так быстро начинаем бегать. Короче. Смотри, здесь у нас качаются рыцари, кто-то камнями, кто-то вот такими бревнами. Можно здесь обучение проходить всякие. Здесь я не знаю что, пойдем спустимся вниз, посмотрим. Там вот, смотри, интересная какая-то дверь огромная, и туда нужен огроменный ключ. Здесь пока что никого нету. Чтобы там кто-то появился, нужно спасти его. Вот тут интересный чудик, давай с ним поговорим. Его зовут Витрувий. Приветствую, приятный рыцарь. А, потерянный рыцарь. Я Витрувий, служитель подземелья. Я изучал это место веками и осмелюсь сказать, что знаю кое-какие его секреты. Вещи, которые скрыты от глаз. Ну-ка, расскажи нам. Если доживешь до нашей следующей встречи, я радостно научу тебя чему-нибудь. Как говорится, через трение к звездам. А, это какой-то скучный. Ну, у тебя рук и ног много. Значит, вот она, наша принцесса. Здесь тоже никого пока что нету, всех надо освобождать. А зато есть кузнец, вот он сидит. Кобальт-лавочник. Ох, бравый рыцарь, пожалуйста, не уходи пока. Я кобальт-лавочник, и раньше это было моей мастерской, где я помогал таким же рыцарям, как и ты. Но сейчас я заточен здесь, полагая, что не каждый кобальт понимает мою торговлю. К счастью, эта темница приспособлена под мастерскую, так что я могу улучшить твои... ржавые доспехи прямо тут, но только минимально. Дай мне свой жетон, и я покажу тебе, что могу для тебя сделать, бравый рыцарь. В данный момент он может увеличить мое здоровье, чем я и воспользуюсь. Давай, улучшай. Отлично, у меня теперь больше сердец, а значит, я здоровее стал. Иду, короче, брать свою принцессу. Без принцессы мне как бы говорят, какого лешего ты пойдешь дальше в замке. Вот смотри, меня остановили, говорят, стой, где стоишь, дорогой рыцарь? И кого ты собираешься спасать, коли ты в одиночестве? Возвращайся с принцессой. Уверен, здесь есть кое-кто интересный поблизости, и кого можно спасти. То есть, одного меня спасать принцесс не отправляют. Говорит, бери свою жену и туси. Там, в замках с драконами. Привет, вежливый рыцарь, ты пришел, чтобы спасти меня? Рыцари обожают спасать принцесс, биться с драконами и делать всякие героические штучки. Поэтому ты пришел, чтобы спасти меня, не так ли? Ну, как бы, я хочу тебя взять, пойдем. Это можно было предвидеть. Жду не дождусь увидеть все, что ты сделаешь ради меня, мой дорогой рыцарь. И вот она хочет увидеть мои подвиги. Главное, чтобы ее не зашибли во время этих подвигов. И мы вместе с моей бравой женой... Ой, выстрелил случайно. Главное, чтобы не выстрелил я в свою принцессу. Мы со своей бравой женой идем вызволять других принцесс. Напоминаю, что у меня теперь вместо меча ружье, и оно мне безумно нравится. И вроде как должны быть и другие оружия потом, когда мы будем открывать их. Единственный недостаток ружья это в том, что его нужно заряжать постоянно. Вот я смотрю, выстреливаю вот такими вот штуками, а потом мне нужно его зарядить. И оно заряжается через верх, через дуло. Это как-то не очень круто. Но зато дистанция, все дела, бла-бла-бла. Магический чижик. Его убили, он... держал проход. А, это ты, принцесса, не пугай меня так. Короче, этот чижик держал магический проход. Но странно, он почему-то еще светится магический проход. Видимо, я здесь не всех убил. А, точно. Желейки! Кстати, что будет, если я на них прыгну? А ничего, это плохая идея. Так, отхватывайте мой супер выстрел. И тебе еще. Ну, вроде бы все. Здесь тоже проход перегражден.
значит, нам тогда сюда идти. Давай карту посмотрим. И вот смотри, про что я тебе говорил. Мы начинаем где-то с краю карты, и видишь, у нас три двери, и я могу в разные пойти. Все зависит только от меня. Но это, как говорится, твой выбор. И каждая дверь, она что-то в себе таит, что-то скрывает. Да что ж такое-то? Ты что такой бессмертный-то? Он мне столько здоровья потратил, ужас просто. Надо было способностями принцессы пользоваться. Так, значит, я вот здесь вот могу сходить в эту дверь. А могу сходить вот сюда, здесь у нас что? Ага. Ага. Ой-ой-ой-ой, тут ловушечки. Тут ловушечки. Ну, давай попробуем их пройти. Аккуратно. У меня просто совсем мало здоровья, одно сердечко осталось. И это не очень круто. Здесь у нас типа... Ха-ха! Смотри, у меня на груди нарисован знак рыцарей, типа сосиска на огне. А здесь вот нарисован... Давай поговорим, узнаем. С кем поговорить-то? С принцессой я могу? Я все не могу понять, что мне больше нравится. Твоя героическая походка, запах твоих доспехов или то, что ты меня спас. Наверное, то, что я тебя спас. Да, вообще, вкупе тебе все нравится. Вот это мы сейчас все сломаем, тут ничего нету. Ух, какие там шипы. Или это трава? Непонятно. Вот, еще одна дверь. Ну, значит, мы идем... В какую мы дверь пройдем? Сейчас узнаем. Заходим. Мы зашли в нижнюю. Понятно. Идем, идем, идем. Так, вот этих штук надо остерегаться. Это пики, которые вылезут из-под низа. Кто-нибудь здесь есть? Здесь кто-нибудь... Опа, принцесса, пожалуйста, смотри, какая она прикольная. Водяная, что ли? Ты разблокировал один жетон. Принцесса-русалка. Эй, как ты сюда попал? Подземелье кажется весьма опасным, полным монстров, смертельных ловушек и все такое. Я принцесса-русалка. Чувствую себя тут как в аквариуме. Так что спасибо за помощь. Это мой шанс сразиться со зловещим драконом. Мне нужно подготовиться к этой охоте. Все, принцесса улетела в мой лагерь. И в следующий раз, когда я там буду, я могу вот эту принцессу кобальта оставить там, а вот эту принцессу-русалку взять с собой. Взять с собой могу только одну принцессу. К сожалению... Здоровье. Принцесса, вручай. У меня со здоровьем вообще как-то не... Вон там мешочек, надеюсь, там зелье. Черт, а это кто еще? Да блин. Давай-ка мы в него выстрелим хорошенечко так. Что-то как-то с ним тяжеловато, слушай. О, наконец-то. И что в тебе было? О, сколько всякого интересного. Хитрая бомба. Угу. Оставляет бомбу, которая взрывается через несколько секунд, так что будь осторожен. Все ясно. Большое зелье лечения. То, что нужно. Его выпиваем. Все, ХП восстановили. Значит, можем пройти в эту дверку, а можем вон туда пойти. Ну, мы пойдем, значит, посередине. Посмотрим, что у нас там будет. Опа. Привет, ребятки. Кобальты. Принцесса, это же твои подчиненные, они же тоже кобальты. Скажи им, чтобы они нас не атаковали, а? По-братски. Все, у меня закончились патроны. Надо заряжаться. Смотри, какая маленькая дверка. Офигеть, тут можно играть за маленького рыцаря, который будет бегать по этим дверкам. Рыцарь-мышонок. Ой-ой-ой-ой-ой. Это должно быть больно, конечно, больно. Давай-ка ты в него гранату кинешь. Кидай. О, отлично. То, что нужно. И я ему сейчас заряжу вот так вот. Готов. Готов, готов, готов. Все, значит, мы идем вот в эту дверь. Пойдем, посмотрим, что у нас здесь. Может, там какая-нибудь другая принцесса? Ничего себе. Похоже, здесь зал для битвы с боссом. Ну, вроде как похоже на то. Потому что тут нету выхода другого. У меня, если что, бомбочка есть. Моя истинная магия принцессы готова. Здорово. Смотри, там кто-то сидит. О-о-о! Сейчас посмотрим на него. Что это за монстр? Но сперва я хочу подняться наверх. Может, через верх? Здесь можно выйти. Есть огромные двери. Знакомый человечек тут висит. Привет. Приветствую, потерянные рыцари. Вы находитесь в сводчатом соборе высокой кухни. Этим заведением руководит сир Пирохряк. Ха, ну и фамилия у него. Выдающийся повар из дальних стран. Именованный королевский повар зловещего дракона должен приготовить самый невероятный банкет, который видел свет. Ну и какой же праздник без рога изобилия? Остерегайтесь зеленого огня, ибо он злое поражение пламени. Так что удачи. Он там на своем каком-то римском, латынском, на чем-то таком говорит.
Ну что ж, это, короче, как мы выяснили, повар. И сейчас нам придется с ним сразиться. Ничего себе, у него за спиной огонище-то какое. Привет. Мне точно к нему можно подойти? Здрасте. Это бюрократ. Разве ты не видишь, что я занят? Я должен рассадить всех гостей на сегодняшнем празднике. Карта? Держи печать и проваливай. Спроси про оставшиеся документы и не отвлекай меня. Теперь ступай и разыщи оставшихся двух бюрократов. Тебе нужно закончить с бумажной волокитой, чтобы получить карту. А, понятно. Теперь нужно идти к другому бюрократу, просить у него еще одну печать, и тогда у меня будет карта. Вот эта карта вся будет открыта. Ну, вроде бы как. Я смогу с пониманием дела перемещаться по дверям. Мы же через двери проходим, правильно? Но я думаю, ты усек мысль. Все, получается, здесь выход, да? Я сейчас выхожу. А, ну босс, да. Повар. Флавьян. Зовут этого повара. Ничего. Подожди, зря я сюда упал. Зря я упал. Оу. Что будет, если я нажму вот эту штуку? Грибок, который покатился. Мне нужно что-то мне нужно сделать, но я пока не въезжаю, что мне нужно сделать. На грибок этот забраться или что? Так. О, этот рычаг должен уменьшить огонь в печи. Огонь-то мы... Понятно, нам нужен огонь как... все, я понял. Я понял, что нам нужно сделать. Все, Там вон он, дальше рычаг появился. Или он там и был. И нам, короче, до него нужно добраться. А можно что-нибудь скинуть еще? Пожалуйста. Ладно, погнали, короче. Спускаемся. Вот так. Запрыгиваем. Вот для чего нужен был грибочек. Он сюда в суп упал. Так. Кажется, кто-то вылетел. Ух ты! Не-не-не-не-не-не. Получи. Это свин! Ё-моё! Так у меня здоровья столько нету. Черт, надо... Кто бы мог подумать? Все, я сдох. Я ему нанес вообще фигня вопрос там урона. Ты погиб. Отчет путешествия. Заработано жетонов 1, побежденный противник 12. Ну и все такое. Значит, вот мой рыцарь сдох, но я получил жетон. Я могу продолжить игру, выбрать рыцаря, типа с ружьем, либо с мечом. Ну давай с мечом выберем. Хотя нет. В плане атаки мне все-таки с ружьем больше нравится, особенно когда мы сейчас боролись с боссом этим. О, принцесса-русалка разблокирована. Сейчас мы к ней подойдем. Особенно, когда я сражался с этим боссом-хрюком, поваром, который... Издалека его было намного удобнее мочить. Но по урону, конечно, ружье уступает. Значит, мы сейчас потратим жетоны. Давай. Прикинь, он говорит, ты не можешь прокачать здоровье, потому что тебе нужно повысить уровень. Вот так-то. Хорошо, давай тогда мы возьмем принцессу. Она где-то... А где принцесса сидела? На улице, что ли? Где-то принцесса была. Сейчас мы ее найдем. Принцесска, тинге. Давай поднимемся на второй этаж нашего замечательного замка. Возможно, где-то... Вот она, принцесса-русалка. Я выбираю тебя. Пойдем со мной. Если бы ты сказал, что дракон может похитить меня со дна морского, я бы тебе не поверила. Вот она я, принцесса-русалка, правительница морей, низведана до кастрюли с водой. Не думаю, что ты можешь пройти это подземелье в одиночку, так же, как и я в этой кастрюле. Может, нам стоит объединить усилия? Да, давай. Отлично, ну пошли, пора охотиться на огромного зловещего дракона. Ништяк, все, со мной теперь русалка. Опа. Ну, погнали. Будем сейчас в этом замке разбираться, куда дальше пойдем. Ну и, соответственно, возможно... О. Так, мы здесь, понятно. Открываем двери. Нифига себе, какой ты здоровенный. А что ты умеешь? Какая у тебя способность-то, кстати, есть? Давай я с ней поболтаю. Подожди, что ты мне расскажешь? Я могу использовать морскую магию, чтобы наслать волны. Но это не очень эффективно, если применять ее на дне морском. А, все понятно. Давай проверим. Насылай. Ну, такое себе. Волны в разные стороны просто разлетаются, и все. Так, долго я буду с этим жмуриком возиться или нет? Ага, он разделился на две. Ну, в принципе, что логично. Кстати, патроны, оказывается, еще и сквозняком летят. Через одну цель пролетает и в другую попадает. Но это если они близко стоят.
Ой-ой-ой. Так, а если вот так вот сделаем? Один готов. Стой. И это тоже готов. Че, суперволны готовы? Ну, в принципе, неплохо они работают. Неплохо. Особенно против слизняков. Получай. Уходим. Давай, кастрюля, взрывайся. Так, может мы воспользуемся суперспособностью? Что-то у меня нет суперсилы, как-то нет. Может рассчитывать на мою магию, вот я и хочу. Вот так вот. Да блин, ну что ты делаешь? Зачем ты мишень меняешь? А это все в бочке катается за мной, принцесска. Жалко, конечно, что ничего не выпало с вот этой кастрюли, которую я сейчас смачканул. Опа. Ну на тебе. Наконец-то. Включаем, значит, рычаг. Что мы открыли? Мы что-то открыли? А, вон туда. Значит, можем сюда пойти. Это нижний проход. А можем куда пойти? Ладно, короче, идем сюда. Что нас тут ждет? Оу. Оу. А, так мы же тут похожее место. Мы тут вроде были, да? Просто с другой стороны вышли. Ну да, точно. И здесь мы тоже стояли. Все ясно. Так. Тогда мы пойдем... Здесь две двери. Хм. Ладно, пошли. Сейчас будем разбираться, куда дальше идти. Стреляй. Опа. Ну, нам все равно нужно... Нифига себе. Нам все равно нужно уровень поднимать, так что... Блин. Вот этот чувак с ружьем меня просто напрягает. Сейчас надо подняться. Ой, и ты здесь. Нифига себе. Вот это обстрел застрел. Ну, идите сюда все. Вот вам. Бух. О, с него что-то выпало. Нет, мне показалось. А ты что там бродишь? А ну иди сюда. Стой на месте, говорю. Готов. Проходим сюда. Вот сюда мы, кстати, не заходили. Где это мы? Угу. О, надо быть тоже аккуратно. Аккуратненько. Вот вам водичка. Уходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я сдох, что ли? Ну, блин. Ну, короче, вот как-то так, значит, получается. Это второй рыцарь, которого я закупил. Если ты хочешь увидеть продолжение этой игры, если она тебе понравилась, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие крутые ролики, на которых мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи.